Я был в духе в день воскресный и услышал громкий голос, как бы трубный, говорящий: я есть Альфа и Омега, не бойся, я есть первый и последний, и был мертвым, но все живы. Престол стоял на небе, на престоле был сидящий. Вокруг престола я видел старцев и животных. У каждого по шести крыл, внутри исполнены очей. Перед сидящим, перед престолом венцы слагают, говоря: ты достоин видеть славу, честь и силу. Ты сотворил все по твоей воле существует. Твоей воле существует.